наверное, начать с самого простого, как работает это на самом деле. И необходимо подготовить саму насадку. Ее необходимо очистить при помощи спиртовой салфетки, одноразовой спиртовой салфетки. Понадобится для того, чтобы глубоко очистить кожу от верхних роговых слоев. Ну, конечно же, как вы сейчас видите, мы устраняем остатки, возможно, того, что вышло из наших пор при помощи тоника и готовим нашу кожу к следующей процедуре. А именно, я хочу подсказать, что сначала я нанесу только на часть лица сыворотку, так как сыворотки понадобится немножко больше, чем обычно. И немножко можно сразу распределять, пытаясь при этом помочь сыворотке впитаться, так, чтобы ее на поверхности осталось как можно больше. Включаем аппарат, должен скользить по поверхности кожи, что абсолютно все ваши движения должны проходить по массажным линиям вашего лица. Следите за тем, чтобы аппарат скользил по поверхности, а не тянул кожу. Напоминаю, что сама насадка работает таким образом, чтобы вы получали максимальную пользу от сыворотки, ну и, конечно же, для того, чтобы прорабатывать самые глубинные части каркаса, мышечного каркаса вашего. Поработали с задачей восстановить и сделать нашу кожу максимально сияющей изнутри.